Тимофей Дудченко получает свой первый документ в такой торжественной обстановке неспроста. Он стал призером московского этапа Олимпиады школьников по технологии. На церемонию пришел с братом. Оба очень волновались. Я стал официально гражданином Российской Федерации, и я очень этому счастлив. Я чувствую очень большую гордость за брата, то, что он вот стал гражданином Российской Федерации. Это несет очень большую ответственность, но позволяет достичь очень больших высот. Всего в актовом зале администрации глава округа Андрей Иванов вручил паспорта 22 школьникам. Напомнил ребятам, что кроме прав у них теперь появились и обязанности. Быть гражданином России – это очень почетно, но в то же время это и большая ответственность. Ваша ответственность перед вашими родителями, родственниками, друзьями, перед обществом и перед страной в целом. Вместе с ребятами на вручении присутствовали и родители. О значимости выданного документа они знают не понаслышке. Это такой ответственный день. Первый взрослый документ уже. Больше ответственности, больше обязанностей. Но мы взрослеем. А для лучшего знания истории своей великой страны глава вручил школьникам книгу об истории российского государства. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».